Я здесь был раньше. О, тут есть американский ТНТ. А, здесь мы уже были, да. Да, кто-то был, кто-то не был, сам понимаешь. А, жизнь она такая. Типа особенно для мажора. Знаешь, Миш, из села в город. Вот, смотри, ты реально попал на телевидение. Я вот тоже в телебашне. Телебашне был? Там тебя в башню стучали. Ну как на самом-то деле? Миш, ну я тебе скажу, ты очень сейчас солидно выглядишь. Может быть, ты будешь контракт или по полной программе, я тебе скажу. По полной мажоре сразу. Может быть, ты будешь этот? Рюкзачок, кроссовки. Нет, ты реально... Штаники выдали. Слушай, так я даже не знаю, ты какой-то просто модерн токен представляет. Ну, у тебя же такой же прикид. Ну, блядь. Hello, hello. Where are you from, man? Ukraine. Who? Ukraine? Yeah. Like those jackets. Ох, ё-моё. А вот какие комнатки, смотри. Да. Кто там уже сидит? Вот уже сидят. О, зову! Польская дружина, hello. Команда! Африканская команда. А ну, come on, бицепс. Come on. О-о-о-о. Стронг. Так. Короче, тут движуха. Вот здесь вот будет проходить, ребята. Это просто, это никто еще не видел. Посмотрите, как что тут будет твориться. Йо! Здесь будет играть мейджор через 2 дня. Да. Где наша пауза? Не знаю, братан. Миша, Миша туда почему-то. Да? Откуда ты знаешь? Да, он там стоит, потому что. Да? Ладно, блин, хотел отлить пойти. Короче, да, мы же это всю съемку ведем на наш канал Zeus Live. Вот, ты снимаешь на основной канал, я на Live. Да. Нормально. Приехали туристы репортеры. Такие коробочки сюда будут складывать девайсы и будут проверять, что такая у нас комната, все будет. О, да, да. What's up, man? Okay, they have your any other place. Ребят, лайк режим, все, идем в лайк.